Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня мы познакомимся с антологией страха. Пролог, естественно, потому что основная игра еще не вышла. Сегодня мы посмотрим, что нам предлагают за бесплатно и стоит ли вообще ждать игру. Играй историю. Специальное место познакомит вас и первый эпизод. Так, ну а это, естественно, недоступно. Хорошо, да, выбираем. Геймплей, вы увидите только маленькую часть от игры. Этот пролог введет вас в курс дела. Первый из трех эпизодов. Когда выйдет игра, будет все заебись. Отлично, я готов. Мы выглядываем из подвала, и кто-то смотрит на нас светящимися глазами. Мне уже страшно, ребят. Ваше имя Натан Сорен. Вы пришли в специальное место, чтобы там что-то найти свою семью. Вы здесь последний, вы будете смерть, что-то. Это ваша история. Хорошо. Будем писать свою историю. Что-то громко-то. Мы путешествуем с другом по горам, по холмам. Мы напуганы, как маленькие девочки, и снимаем все на видео. Очень громкие разговоры. Это здесь? Мне кажется, да. Слушай, мы и так подъехали слишком близко, давай снимай и свалим отсюда нахер. Жалуется на климат или типа того. Прекрасное зрелище, спору нет. Походу, здесь уебался метеорит. Нам предлагают прогуляться куда-то до долины. В общем, дружище, пойдем обратно. Кто-то не хочет умирать молодым. Ну, собственно, я его и понимаю. Они обменялись любезностями, послали друг друга нахуй и... И мы пообещали своему другу. Что-то пообещали, попытаемся сдержать свое слово. Так, получается, это у нас была ночная съемка. Один год спустя мы прибыли на то же самое место, но теперь уже днем. И без друга. Окей, друга мы где-то приебали. Что дальше? Так, я нажимаю на тап. Спуститься вниз, хорошо. Я прям на машине-то могу сделать? Ой, как здорово, а? Хорошо. Угу. Обрадовался болторез, думал, сейчас покатаюсь тут. Ну ладно, давайте посмотрим еще за очередную заставочку. Ну, пока выглядит прикольно. Здесь есть какая-то предыстория, есть заставки, диалоги. Еще бы они, конечно, на русском были, было бы вообще замечательно. Взять урну сзади машины. Что за урну? Что-то я не понял. А что, наш друг, что ли, сдох? Мы его кремировали и привезли сюда его прах? Слушайте, похоже на то. Братан, а что с тобой случилось-то? Так, что у нас обновилось задание? Пойти... Развеять прах, что ли, типа того. Ну окей, куда мне идти-то? Странная сыроюшка, я по ней... Да, я могу по ней залазить, но, к сожалению, анимации здесь нет, ну... Мы просто забрались. Хорошо. Что я должен с ней сделать? Это типа сортира должно было быть. Очень-очень странно. За каким хером я сюда вообще забрался? Ну, явно не отсюда.
Мы должны развеивать прах, ребят. Может быть, не развеивать, а закопать мы его должны. Давайте осмотримся, что есть возле этих построек. А, вот подождите, чьи-то могилы. Шарлотта Сорен. А, так это она... Итан Сорен. Я понял, походу это был наш брательник, и мы его здесь похоронили. Ну или сейчас развеем его прах. Это наше семейство. Возможно, мы всей семьей когда-то давным-давно приезжали сюда отдыхать. И поклялись похоронить всех в одном месте. Осмотритесь вокруг. Осмотрите этот кемп. Хорошо. В сарайку я уже заходил. Там абсолютно нихера интересного нет. Упачки. А это у нас что такое? Что такое? Запиликал телефон. Проверить, откуда происходит звук. Отсюда? Точно. Подождите, ребята, я же здесь был буквально минуту назад. Здесь абсолютно нихера не было. Да-да-да. Да что за бред? Откуда он взялся здесь? Не, ребят, ну это вообще не серьезно. Но его же здесь не было. Кто подложил? Все понятно. Здесь кто-то есть. Оказывается, это был не сортир, это лифт. Ну, может, меня выпустят вообще отсюда, нет? Куда меня везут? Я ни на что не подписывался и не давал согласия. Ну. На Е, может, стоит нажать. Левая, правая кнопка мыши отказываются. Так, а что тут написано? Ван Вейс. Что за... Не учите меня жить. А если вот тут посмотреть? Какой-то... Сирхард, блядь. Ага, можно было на кнопку нажать. Ебать. Что это сейчас было? Я вообще не понял. Почему ты не отвечаешь? Надпись за мной, и какой-то приехал сюда грузовичок. Если я не ошибаюсь, ребята, в описании к этому прологу было написано психологический хоррор. Если эта надпись присутствует в любой игре, то все, блядь, жди беды. Это будет просто разрыв мозга. А, это по мне стреляют? Вы охуели там совсем, что ли, а? Охотники, блядь. Бегите к своей машине. Так, вон, вижу. Побежали, ребят. Черт, прыгать нельзя. Но я мансю, как могу. Хорошо. Теперь нам нужно ее завести и сваливать отсюда. У нас есть пушечка, хорошо, я готов. Защитите себя. Это что за бомбардировщики летят? Подожди, а хули я не могу встать-то? Меня подстрелили, меня ранили, что ли? А от чего я должен себе защищать? Тут ребята как бы просто проехали и все. Странно, ну ладно. Наш главный герой напуган, он сваливает. Ебать. Странное место, странные события. Найти укрытие и спрячьтесь. Вон какая-то построечка вроде там имеется. Хотя, может, даже это и не постройка, какая-нибудь землянка. Ну, по крайней мере, оттуда что-то торчит, поэтому пойдем туда. Пока нас нахуй тут не унесло.
Это я так бегу, все ясно. Люди добрые, помогите, пожалуйста, я попал в беду. В меня стреляли, машина моя взорвалась. И вообще я хочу есть. Слушайте, а здесь точно такой же какой-то бункер или что это? Давайте залезем, посмотрим. Возможно, даже они как-то связаны между собой. Это может быть подземные переходы или типа того. Батарея разряжена, но я думаю, что все равно бы у нас телефон ни хера не поймал под землей. Подождать, пока кончится шторм. Хорошо. Но пока мы ждем, естественно, нужно исследовать. Это интересное место. Такое ощущение, что здесь ремонт незаконченный. Может, строители здесь есть? Слушайте, ребят, ну выглядит довольно прилично. Я бы не сказал, что здесь обитает какой-то маньяк. Вам нужно отдохнуть. Ну, скорее всего, да. Здесь что-то строится. Давайте приляжем, наберемся сил и попробуем кого-нибудь найти. Ой, наш еще главный герой храпит. Что такое? Кто там булькает? Что происходит, ребят? Ебать! Братан, просыпайся, это опять плохой сон. А можно в зеркало посмотреть? Что, серьезно, мне кто-то рот зашил, пока я спал? Бежать из укрытия. Подожди, а куда ты ствол-то дел, братан? Может, ты его все-таки возьмешь в руку-то, нет? Я пришел отсюда. Что такое? Найти другой выход наружу. А зачем мне другой искать? А где здесь-то, блядь, был вход-выход? Ну, ребят, психологический хоррор, как я уже и говорил. В психологических хоррорах это норма. Вечно что-то меняется. Вот в этой игре вообще у нас рот почему-то зашитый стал. Попробуем дернуть. Ага, понял. Долбоеб, а зачем ты по двери-то стучал? Ты действительно надеялся, что тебе кто-то с той стороны откроет? Ну, хорошо, давайте тогда пойдем еще ниже. Найти путь снять замок. У меня же ствол есть, в чем проблема-то? Может быть, у нас там холостые патроны, или вообще это какая-то воздушка или травмат? Потому что у нас, я не знаю, это, по-моему, первая игра, в которой у меня есть ствол, но я ни разу его не использовал. Допустим, такой вариант меня тоже устраивает. Проверить нижний этаж. Появилось задание. Давайте проверим. Блять, вообще на какую-то тюрьму похоже. Найти железный дверь-ключ. Нам нужен ключ. Дайте-ка угадаю, теперь эта дверь будет открыта. А хер там. А вот и ключик висит. Слушайте, как здорово-то, а? Мне нравятся такие игры, где никуда ничего не запрятано. Все на виду. Прям играть одно удовольствие. Так, хорошо, мы проходим дальше. Найти путь. Спастись, в общем, нам нужно, ребят. Железные прутья взять нельзя, к сожалению. Тетрадочка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это что за хуйня? Подождите, я хочу это все почитать, хотя бы даже на английском, ну, чтобы понимать-то, что здесь происходит.
Но я как бы пришел в одно единственное помещение. Что я должен сделать? Опачки, кто это там? Я просто не прыгать, не приседать не могу, не выглядывать, чтобы вы понимали, ребят. Кто там шумит? А, наверное. Наверное, сейчас открылась синяя дверь. Ну-ка. Что такое, блядь, сейчас было? Кто? Кто кряхтел? Откройте, пожалуйста, дяденька. Я хочу уйти отсюда. Мне здесь не нравится. Ой, блядь. Так, а чё этот камень торчит у нас? Да-да. Найти способ коммуникации. Слышь, долбоёб, один раз да, два раза нет. Нет, это не так работает. Но здесь ничего нет, да? Я что-то никуда не могу пройти больше. Может, не знаю, на этих кабелях повеситься стоит. Ну, смотрите, здесь нихуя абсолютно не появляется. Возможно, мне нужно найти какой-то Так, лампочка. Нет. Возможно, мне стоит найти какой-то предмет. Я не знаю, доски выломать или как-то попробовать эту дверь открыть. Хорошо. Сейчас я еще раз спущусь. Может, здесь что-нибудь произойдет. А, все понятно. Теперь мы можем взять этот дневничок, и нужно теперь с незнакомцем попробовать наладить контакт. А, собственно, нахера я этот дневник-то брал? Или даже не дневник, а журнал скорее. То есть я должен под дверь сейчас просунуть ему. Опа. Так, листья, хорошо, и что? Правая кнопка, я приближаю. Что здесь? Кто ты? Ага, теперь мы берем листик и суем под дверь вместе с ручкой. Слушайте, интересно, здорово сделано. Мне прям пока нравится. Блять, он там писать, может, не умеет. Нет, смотрите-ка, походу умеет. Ну. Пиздец, нацелился на листик. Он его не брал, нацелился на дверь, взял. Помоги мне! Ты знаешь что-нибудь, где ты вообще находишься? А вдруг этот такой же, как и я, путник, который попал в бурю, решил здесь переждать, и его заперли? Может, мне не стоит терять время с ним переписываться, а надо просто съебаться отсюда? Помоги мне, пожалуйста. Ты дурак, нет? Как ты здесь оказался? Ты мне нахуй пока не ответишь, я тебе не буду помогать. Что там? Они киднепнули меня. Они меня схватили, поймали. Кто они? Как долго ты здесь? Кто они? Вот, да, меня тоже интересует вопрос, кто они. Мне похуй, сколько он здесь сидит. Меня самое главное вообще волнует, кто это сделал. К тому же не он, а они. То есть их несколько. Я ничего не помню. Они злые люди. Как отсюда выбраться? А почему он, блядь, не разговаривает? А, я понял. Ему тоже рот зашили, походу. Ну так он хотя бы мог помычать, какие-нибудь звуки-то издавать, нет?
И ты? Расскажи мне о себе. Ну, у меня есть канал на Ютубе. С тебя лайк и подписка. Давайте так сделаем. Я думаю, этого будет ему достаточно. Они не любят звук. Они зашивают губы, когда люди спят и делают ужасные вещи. Пиздец. Как ты сюда попал? Ебать, а что здесь за манечины-то живут? Я не помню. Я был долгое время в пути. Ты мне поможешь? Что я могу сделать? Ты знаешь больше у них? Ну серьезно, мы сейчас допереписываемся. Нас въебут. Они хотят... Что-то там... Что? Что такое, блядь? Тихо, дайте дочитать. Они что-то хотят Сафера. Поверни газ на нижнем этаже. Ебать, а оттуда звуки идут. А я должен что-то ему ответить, нет? Ну все, пизда, ребят. Сейчас пойдем газ перекрывать, и нас въебут. Как пить дать? Давайте даже на шифте. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Что случилось-то с ним? Очень все странно. Так, слышите? Какие-то ребята, которые не любят шум. Хорошо, тогда я аккуратно иду. Опа! Здравствуйте, молодые люди! Скотина! Ты нахуй мне рот зашил? Это был LJ. Он ждет нас. Вот так вот, ребят. Вот такой вот пролог, бесплатненький, лежит в Стиме. Пожалуйста, поиграйте сами, ознакомьтесь. Ну, пока мне нравится. Визуальная часть классная, очень интересное начало. Так что я определенно буду ждать эту игру. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!